Привет всем, с вами я, Супер, и это будет, очередной, обзор хомячка, обзор от хомячка, да, тёмный хомячок. Вот, сегодня почистил клетку, как видите, там домик чисто, новая ткань, как обычно, вы сами понимаете. Тут его корм, тут, конечно, грязный, но это сама коробка виновата. Вот. Ой, хомячок. Чё, хомяк? Я его еще помыл сегодня. Вот как засох, я хотел заснять. Вот даже, видите, облизнул пальчик. Вот. И у меня есть идея, можно заснять видео. Типа, кто смотрит, хоть один раз в жизни он должен посмотреть. Это время приключений. Adventure Time, кто не знает. Вот, можно прям такое видео снять, смотрите. Приключения ждут. Собирай хомяка и путь за 3D весь земель. Компании человека и хомячка. Там ждут нам ночи, земли нам приключения ждут. Ну так прикольно будет, в принципе. Можно заснять так видео и монтажем там все приукрыть и так далее. Вот, посмотрим. Вот, у меня была такая идейка. Чё, хомяк? Вот, можете не писать комментарии, что там с хомячком. Все нормально, все хорошо, как видите. Опильник еще вода есть, там половина. Ну, ему, в принципе, и хватит. Вот, как видите, он много воды пьет, потому что он кормист. Вы видите, пальчик облизнул. Вот, там у него капустку я положил, да, и корм. Остался только один корм, это Яшка, вот это. Сейчас. Вот. И все. Надо потом купить бы хороший корм, потому что это витамины и минералы только. Вот, минералы. Вот, а надо ему полноценный корм купить для постоянного утребления. Очиститься. Надо было тогда заснять, когда я его умыл, потому что он был похож на ёжечка, маленького ёжечка. Да, хомяк? Видите, губами своими шевелит. Вот. Сейчас он вам покажет муфу. Хуя! Пш, пш. Лам, своей лапкой. Давайте его поставим куда-нибудь. Вот, давайте на ковер. Чё с хомяк? Дайте возьму. Ой. Вот. Я вот в это лето... Чё это у тебя? Это не надо показывать. Это даже у человека тоже бывает. Это какашки называется. Откровенно скажу вам. Вот. Что сказать. Вот я летом собираюсь хомячка выпустить на улицу. Вот. Выпустить на улицу. И не знаю, заснять это видео. Напишите в комментариях, если вам понравится это. Напишите в комментариях, снять ли это видео. Потому что уже на улице начинается теплеть. Скоро будем еще отдыхать. Целых 3 месяца, так что, куча видео буду снимать, куча, просто гигантское количество, вот. Давайте я его положу обратно в домик, вот. Давай, ко мне, хомяк. Вот, не знаю, как вы на этом подействуете, напишите в комментариях. О, грызет эту палочку, уже полностью загрызся, уже нету этой палочки, то это последняя. В принципе, там ему предостаточно. Вот, смотрите, сверху нету ничего. А снизу тут еще куча зерн. Вот. Крышку закроем. Хомяк даже не подозревает, что вы его смотрите. Ищет корм и ест. Ом-ном-ном. Только самое вкусное ест, а вот эти такие большие штучки он не ест. Вот. Что-то не знаю, с его глазками почему такой немножко расстроен. Может быть, что я его помыл. Но он плавает прикольно вообще. Надо потом отдельное видео бы снять. Об этом тоже напишите в комментариях, снять бы или не надо. Но я вообще редко мою, вообще где-то в неделю, в 2 недели один раз, может быть. Вообще очень редко. Так что, в принципе, ничего страшного. В интернете пишут, что нельзя хомячка мыть вообще.
противоположно, но все же я этому не верю, потому что, ну, сами подумайте, даже человек бы, когда давным-давно, с шестью он все же мылся, хоть это даже маленькое существо, ему вообще не положено, потому что у него есть слой жира, специального жира, и он защищает его от холода и от холода и все. А когда тепло, он слишком потеет, да, хомяк? Вот. А дома у нас пока тепло, у нас батареи включены, так что, ну, все нормально. Да, хомяк? Ой, сразу же. Копает. Вот. Почти как песик стал. Маленький песик. Вот. Ну ладно, давайте на этом закончим. 5 минут было разговор с хомячком и с вами, подписчики. Все. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и порекомендовать своим друзьям, если вам понравилось. Все. И если хотите поддержать мой канал. Все, всем удачки, всем пока-пока. Удачки!